Доброго времени суток, уважаемые зрители моего канала, с вами снова Влад Эльзан. А кто, как не я, стою на медвежке. Не то чтобы давно не было этой точки, точнее, этой точки вообще никогда не было. А водоем был один раз, вроде бы. Сейчас парнишка посоветовал кидать сюда. Одного я вытащил, зеркалку, только что вот буквально пришел, пока спот туда-сюда закидывал. И уже поклев получил второй клюнул. Этот фрик сильно затянутый, надо подрасслабить. Вот сейчас что-то небольшое село, может карась вообще какой-то, нет, чешуя. Чешуя села. Не знаю, эти пока удочки не буду перекидывать, посоветовали кидать именно вот туда, как-то за камыши, но у меня спот туда я зарядил. Не знаю, пока посмотрим сейчас, если тут не будет клевать, то туда буду перебрасываться. Чуть-чуть в бок. Получается 55-63 по карте, это F4. По сборкам это у нас огромный один, большой один крючок, под глину поводки все. Вот, ну у меня Эви одна из самых более-менее здравых катушек. Есть классический поп-ап по монтажу поп-ап плюс искусственная кукуруза. Кокосы сливки 16, кокосовый крем, кокосовый нектар. По прикорму, блин, я не знаю, там в своде, наверное, не покажет, что у меня стоит. Походу буду туда сейчас перекидываться на самом деле, да. А, там можно какой-нибудь кокосовый ароматизатор поставить. У меня просто он еще вроде бы не открыт. И, ну, это было уже в скрафченных. Молотая кукуруза за основу. Все кокосы сливки и сладкие сливки получается. Вот такой вот. И тут уже опять поклевка есть. Похоже, да, стоит переброситься, наверное, туда. Сейчас посмотрю, как вообще в ночь будет идти. Может, еще одно удилище туда перекину, а одно на чистом оставлю. Потому что первый все равно зеркальный был именно на чистом. Ну и на данный момент самый большой пока месяц. Но в любом случае клюет. На точке, конечно, 300 человек. Людей довольно-таки много прям. Тут находится. Трофеев красей много. Синяков закрывают, я так слышал тут. Вот, так что постоим, посмотрим. В любом случае, даже если ничего не поймаю, то будет просто обзор точки, потому что по карпам я, ну, не особо снимаю. Вы видите, как летят караси, не знаю, залетят ли нам. Карасей много. Ну, вон, парни пишут, косяками пошли, действительно. Ну, первые полчаса, собственно, я отловил, так, одна удочка туда и закинута. Сейчас что-то, ну, немного такое затишье. 5 минут уже, не знаю, что такое, может, время такое, не знаю, к обеду, может, подойдет. В чате есть трофы, вон там, амура черного закрывали, трофейного парня подфартило конкретно. Ну, 43 уровень, ладно, ему можно, так сказать. Мы рамчатых таскал, видимо, карпятник, и даже на норвежке не был. Патриот, патриот-карпятник. Да, конкретно карпятник. Ну да ладно. Ну вот, как-то так, что получается 17 штук за полчаса, 35 минут. 5 не клюет, ну это нормально, в принципе. Грубо говоря, один карп за 2 минуты, это хорошо. Ну, амур плюс, ну, карп. Постою. Как бы, ну, на точке клюет. Никто не говорил, что будет лучше. У меня и снасть это там не супер карповые. Я всяких тонкостей не знаю. Если вы знаете, то у вас тут будет клевать. Постоим еще, может быть, с часик. Посмотрю, как будет себя вести точка. Ну, людей просто 300 человек и чат на трофов. Мне кажется, карасей 50 за ночь залетело, не меньше. А я уж на секунду испугался, что это троф. Но опыт нормальный, смотрите, какой красивый. 2600. Конечно, не троф. Стал чуть сюда в бок закидывать. Туда вот за кустики. Он так аккуратно взял, вот так вот туда аж обвел и потом начал только тащить. Ну, стою час 21, самый большой был, получается, зеркалка, самая первая, которая в первую минуту клюнула. Ну, сказать, что рыбы нету, рыба есть. Если поставить, возможно, бойлы вместо 16-12, может быть, клев станет и получше. Ну, мелочи станет больше. Может быть, линя пойдет больше. Карася, может быть, можно будет закрыть трофейного.
все возможно. Потому что, может быть, ну, карасю реально много. Хотя, короче, был... вот он. Тут был момент, когда не клевало, прям 259 грамм на огромный один крючок. Прям карпик я прямо кидал, получается, вот туда вот напрямую. Сейчас пока сюда так все перезакинул, немного на кусты. Посмотрим, постою еще, наверное, может, с полчасика. Может, что поймаю. Ну, вроде бы в ночь клюет получше. Ну, по карасям это уже 100%. Все трофеи летят караси в ночь. А я уже вижу, как бы эту харю, этот рог карась. Но у меня он тут не был закрыт. Такой, смотри, как красивый, надур. Эх, красавец. Наконец-то я его тут высидел на второй час. Так сказать. Там что-то первую удочку гнет тоже. Далеко от нее стою. Ну, клев есть на самом деле. Да, тут и не надо, чтобы каждую минуту рыба клевала. В принципе, нормально. На 20-м проматывает, что там интересно село. Какой амур, что ли, черный? Ну, что-то слишком так плашмя идет. А, нет. Карпик. Смотрите, какая хорошая зеркалочка. Надо ее заскринить. А, иди сюда. Ну, от десятки точно, я думаю. Нет, не точно. Не тем местом, я думаю. Пару раз что закармливал, сейчас вот сюда перекинул, закормил тоже туда сподом. Вот под таким вот углом. Вернул спот. Что-то время не засекал. Сори, пожалуйста, за ваши уши. У меня телефон лежит там, где надо. Не знаю, я через минут, может быть, 5-10 кину спот. Что-то я не засекал, старался, получается, раз в полчаса прикармливать, но потом из-за того, что переместил, конечно, возможно, эту зону покрывает. Но все же я как-то... Нет, еще раз закинул. И также у меня спот получается с ракетой, но я его оставляю. Потому что это спом, именно, который при ударе, то есть открывается ракетой, прикорм высыпается. Но так в жизни. Ну, тут и по описанию так, но мне кажется, то, что это не реализовано тут. Почему-то, ну, такая у меня мысль, то, что без разницы какой, а лучше пусть он лежит полчаса в воде, чем будет на берегу стоять. Мне почему-то подсказывает, как-то не знаю, интуиция, то, что он нифига не открывается. Поэтому, если вы уже с подом умеете закармливать, открыто у вас навык, то, вот, не знаю, разделите вы со мной это мнение или нет, пишите в комментариях, если что-то думаете по этому поводу. Не думайте, не пишите. Вот еще, кстати, не знаю, все ли знают по поводу ветра. Видите, на компасе справа снизу, вот сейчас вот я передвинул, есть точка, получается, от севера, этот, от S справа. Это ветер. То есть вот сейчас вот, вот так, если я стою, то ветер дует мне в лицо. А если вот так вот, то ветер дует мне в спину. Тоже интересный момент, не знаю, все ли за него знают. Пришла ночь, опять пошел клев, он голый залетел. Хорошенький. Подклевывает на правую удочку. Он довольно-таки много черных амуров. Белых сейчас побольше стало, черных 8. 2 часа, наверное, я стою, да. Ну да, 2 часа 12 минут. Амура кто-то закрыл беленького. В ночь клюет однозначно получше. С подом закармливаю каждые полчаса. Но сейчас вот вообще интересно. Думаю, и там, возможно, даже амур. Потому что он как-то поаккуратнее клюет. Ну, конечно, хотелось бы какого-нибудь трофа-линя закрыть, естественно. Или серебряного карася, потому что у меня по медвежке сейчас вот то, что я золотого закрыл, это я закрыл картинку, но не закрытый тут был. Вообще, это мой тут первый троф, потому что я по медвежке не особо сидел тут. Закрывал. Ну, конечно, чешуйчатых меньше всего, мне кажется, и по размеру. Вот чешуйчатый самый большой на пятеру всего лишь. Зеркалка на 14, голый на 10. Амуры, даже он амуры больше. Короче, чешуйчатый тут из всех карповых на последнем месте, мне кажется, стоит. Остальное все как-то покрупнее клюет. Ну, даже и голый карп. И тут монет на 500 есть за 2 часа, я думаю.
А если приловчиться, возможно, поставить 12-й бойлы вместо 14-го, вместо 16-х, то будет поболее клевать. Однозначно. Может, даже и вот эти карасики будут залетать, или их тут таскают. Все возможно. Вот, наверное, на этой рыбе сейчас остановлюсь я. Извиняюсь тысячекратно за звуки Дискорда, просто я сижу в Дисе, и кто-то там по-свински бесконечно заходит. Да, вот на этом, наверное, остановимся, карпики. Вот что-то я сильно размахнулся. Вот так вот. Садок довольно-таки получился хороший. Прям вообще жирненький. По массе от рыбки есть и больше 10 килограмм, и по 10. Черных довольно-таки много, и по чату видно, то, что можно что-то закрыть. Давайте еще раз покажем. Сборка. Вот так вот медленно, чтобы все могли посмотреть. Удилище такое, если вы в магазине не купите. Эви катушка хорошая для карпа, в принципе. Да, у меня там калибр стоит. Эви просто в миллионы раз лучше. На споде, ну тут катушка, я думаю, не важна. Так же, как и леска. Прикорм, вот он, кокосы, сливки, сладкие сливки, кремовые. Ну, вместо кремового ароматизатора можно какие-нибудь сливки добавить. У меня просто еще не открыто там. Получается, у меня 85, надо добить эти 15% прикорма, чтобы уже просто ловить во все удовольствие. Так что вот, пользуйтесь точкой на таком красивом фоне пейзажа. Закончим. Всем ни хвоста, ни чешуи.